перестрелка, автоматическое оружие, пистолет, то, что сейчас изъяли. Один погибший находится в районе кафе. Здесь один тоже, пока доставили, человек умер. И еще 5 человек всего оперируется. Правда, да, что среди них адвокат Саакян? Правда. Он бойцы? Да, он тоже на операции. Ну вот я вышел оттуда 20 минут назад, его готовили к операции. Он общался. Это конфликт исключительно экономические интересы двух сторон. Со стороны Саакяна и его брата, и вторая сторона, которую сейчас мы устанавливаем, что это за люди. Объявлен плат сирена, и на данный момент разыскиваются эти автомобили. Разные автомобили, несколько моделей есть, которые по показаниям свидетелей были в этом районе. На все ли они причастны, может быть, просто люди испугались и уезжали. Но мы сейчас их разыскиваем. Это одна машина, на которой приехал Саакян со своим братом. Вторая машина, на которой скрывались место происшествия нападавших. Нападавшие? Да. Их машина здесь, а где они неизвестны? Оперируются. То есть среди нападавших тоже здесь есть? Да. А что за оружие? Это автомат? Автомат есть пистолет. То, что изъято, 2 пистолета, один на месте происшествия, один сброшенный. Кому они принадлежат, я вам сейчас не скажу, это в процессе экспертизы будет уже установлено, и тогда уже мы разложим, кому оно принадлежит. Автомат из того, что мы сейчас понимаем, это нападавший. Они встречались, беседовали и с нападавшим. Ну, был человек, который беседовал, сейчас кто из них, мы пока посмотрим. После беседы было нападение. Что-то пошло не так по переговорам, да, и тут... Да. То есть это была запланированная встреча, которая... Да, запланированная встреча, которую они заранее договаривались. Значит, поступило 6 человек с огнестрельными ранениями. Один, к сожалению, очень тяжелый. Крайне тяжелого привезли. В Римзале он погиб, то есть остановил остановку сердца. На протяжении часа пытались восстановить сердечный день, но, к сожалению, он погиб, не удалось. А от тяжелых ранений, ранений живота, вот, и нижних конечностей, ну, естественно, вот, несовместимые ранения были с жизнью. Большая потеря крови? Да, кровопотеря, поэтому его уже привезли, я же говорю, была остановка сердца. Вот, пытались тут завести его сердце, но, к сожалению, он погиб. Вот, а сейчас 5 тоже тяжелых. 5 раненых с тяжелыми огнестрельными ранениями. Сейчас оказывается им помощь. 3 в операционных. Вот, и 2 сейчас в травмпункте. Сколько их привезли? Вот, где-то 4:30 они поступили к нам. Да. Какой характер ранений? Куда? Голова, шея? Да, это ранение нижних конечностей, живота. В основном вот такие тяжелые.